Чертовщина. Должно быть, это трекер. Проект доктора Кейн. Суть, они биогенетически изменённые. Теперь ты попал. Вот дерьмо. Нравится? Слышим вас. Оставайтесь на месте. Ждем подкрепления. Не вступайте в бой с трекерами. Повторяю, не вступайте в бой. Тебе нравятся эти фрукты? Что за чертовщина? Что здесь произошло? Какого черта они тут делают? Это часть плана Кейна. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта, делает подопытных крайне агрессивными. Кригер контролирует их при помощи имплантов. Thank you.
Сейчас я надеру тебе задницу. Спаси!
Кораблик, прием! Мы получили ваш сигнал! Направляем к вам подкрепление! Держите! Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. Я не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Ты видел? Взять этого ублюдка! Хочешь еще, да? Нашло! Сдохни, сдохни, сука! Я слеп! Yeah.
Испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю, но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти вал и свалить отсюда. В лаборатории в каньоне, но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. Например? У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Я вынесу тебя! Ты покойник, приятель! Как тебе это, сволочь? Есть! Залезь, пока есть время! Ты жив? Что произошло? Ты покойник, приятель! Что здесь произошло? Теперь... Сейчас ты умрешь.
то, что надо. Что бы это могло быть? Вижу цель! Даже не пытайся! Что, еще захотел?